Добрый день, с вами Юный Папа. Сегодня у нас на обзоре цикл игрушек из серии «Юный питомец», точнее «Умный питомец». Вот. Сегодня мы рассмотрим модельку на радиоуправление. Это интерактивные пони. Как заявляет производитель, модель снабжена, во-первых, это русская локализация полноценная, да, то есть моделька разговаривает на русском языке. Также у этой модели есть подсветка, есть мелодии, забавные звуки. Моделька работает от батареек и, соответственно, в комплект входит пульт управления. Вот, давайте распакуем данную модель и посмотрим, что же она из себя представляет. В первую очередь давайте посмотрим на комплектацию модели. Что входит в комплект и что нужно будет приобрести дополнительно. Значит, в комплект уже входит русскоязычная инструкция также. Если запутаетесь, либо что-то не сможете посмотреть наше видео, здесь есть полноценная русская переведенная инструкция. Так, насколько я вижу из описания модели, то есть помимо песен и танцев, данная пони еще у нас задает вопросы и помогает изучать сложение, вычитание, умножение и деление. То есть это прекрасный подарок вашему ребенку, который скоро, 5-4-5 лет, который пойдет в первый класс. То есть в игровом режиме он сможет изучить простейшую таблицу умножения. Так, давайте ее вытащим, достанем. Так. Так, пульт управления, он достаточно много кнопок. Среди, значит, известных вперед-назад. Две скорости есть, то есть медленный вперед-назад, быстрый, танцы, песенки. Также есть режим программирования. Вот, об этом подробно будет написано в инструкции. И вот нижняя часть пульта управления отвечает как раз за вопросы. Выбираем либо вопросы, либо математику, либо вопросы. И три варианта ответов: А, Б и С. Давайте сейчас включим модель. Воспользуемся нашей отверточкой. Посмотрим, сколько же вам нужно будет в итоге батареек. Расход, я так понимаю, у данной модели он будет небольшой, то есть одного комплекта хватает надолго, если выключать, конечно, игрушку. Вот, в саму модельку нам потребуется 4 пальчика батарейки. Мы уже заранее подготовились, сейчас мы их установим. Вот. Кнопка включения у лошадки находится на задней части. Вот. Он off. Так, давайте. Сейчас, значит, устанавливаем батареечки. Закрываем корпус. Так. Так, устанавливаем батареечки. Пульт. Здесь нужны будут вам две пальчиковые батарейки, тоже формата 2А. Итого, суммарно вам потребуется 6 пальчиковых батареек. Их можете либо приобрести самостоятельно, либо при оформлении заказа указать, что вам нужны, не требуются. У нас они есть в продаже. Так, давайте в
включим модельку и посмотрим, что же она из себя представляет. Как видите... Привет, Ген! Меня зовут Паскаль! Светодиоды. Я прилетел с далекой планеты Ушна, чтобы так. Играть с детишками на своей планете. Вот, разберем основные кнопки управления. Вот, кнопки вперед, соответственно, назад. Вот, то есть при нажатии кнопки вперед моделька ходит. Назад, соответственно. Как видите, игрушка достаточно медленнее, если использовать режим управления классический. И также попробуем быстрый вариант. Ну вот, да, игрушка ходит повеселее. То есть для маленьких детей это, я думаю, будет идеальным подарком. Теперь давайте посмотрим кнопочку танца. Так. Музыка достаточно современная. Ищу песню в радиоэфире. О, кажется, нашел. Послушай. Достаточно интересная мелодия, насколько я вижу. Ищу песню в радиоэфире. О, кажется, нашел. Послушай. Ну, несколько видов песен, соответственно, вот у этой модельки. Насколько по инструкции должно быть около 5. Так, соответственно, далее рассмотрим непосредственно математические вопросы. Далее следующий цикл. Так, поставим. Так, нажимаем на кнопочку «Математические вопросы». То есть вам нужно будет нажать на одну из кнопок А, Б и С, соответственно. Вот, нажимаем, и лошадка будет радоваться, если мы ответим на правильный на ответ, на вопрос. Вот. Теперь непосредственно перейдем к основным вопросам. Насколько можно судить по инструкции, здесь достаточно много примеров деления, вычитания, сложения. То есть есть правильные ответы, заготовлены сразу заранее. То есть вы можете не только с ребенком позаниматься, то есть в игровой форме, ну и, соответственно, помочь ему в познаниях. Так, вот теперь давайте нажмем на кнопочку «Основные вопросы». У какой геометрической фигуры нет углов? А. Треугольник. Б. Квадрат. Вот. Ну и, соответственно, отвечаем. В какой стране находится Эйфелева башня? Озвучивание достаточно хорошее. Вот. И, соответственно, если долго игрушку не использовать, то она автоматически переходит в режим сна. Либо можно вот нажать на кнопочку сзади выключения. Вот, и моделька выключилась. Так себе, соответственно, представляет собой данная игрушка. Вот, обратите на это внимание, то есть модельки достаточно веселые, тем более развивающие, то есть прекрасно подойдет, особенно в начале учебного года подарок такой будет. С вами был магазин «Юный папа». Оставляйте ваши комментарии под данным видео, постараемся на них ответить. Всего вам доброго, до новых встреч!